Друзья, всем привет! Сегодня у нас наконец-то выглянуло солнышко, и я решил все-таки начать тему с солнечным концентратором. Давайте, короче, меньше слов, больше дела. Погнали! Перед нами параболическая антенна, которую я немножко пошкурил вот так вот, чуть-чуть смахнул с нее остатки краски. И сейчас я буду сюда наносить алюминиевый скотч, который отражает солнечные лучи. Это, кстати, второй вариант. Первый вариант я не стал снимать. Видите, полоски уже от скотча есть. Чем была вызвана первая ошибка? Я начал проклеивать, начиная от середины. Первую полоску я наклеил сюда, и потом от нее пошел влево и вправо. Что, собственно, сказалось на свойстве данной тарелки. То есть наклеивать сейчас буду либо слева направо, либо справа налево, без разницы. Итак, визуально определяем горизонт. Вот я примерно так вот. Сейчас начинаю аккуратно отклеивать и прикидывать. Погрешности могут быть, в принципе. От этого никуда не деться. Но торопиться не надо. Вот что же у нас получилось. Значит, параболическая антенна, обклеенная скотчем алюминиевым. Вот, как раз таки сейчас солнышко прямо так пышет жаром, я бы сказал. Ну что, ловим луч. Луч. Ну, тепло. Реально как бы тепло. Попробуем. Оу, офигеть. Вот так не делайте, это опасно очень. Если будет летом и будет очень сильное солнце, у вас на коже останется ожог. Вот так будет более безопаснее. Блин. Вот. А запах какой интересный. Запах паленой кожи. Господа. Блин, капец. Так, где излучение? Ищем излучение. Вот. Вам не видно, наверное. Вот рука. Горячо. Вот здесь горячо. Супер. Если бы сейчас было лето и солнце было бы в своей пике, в своем пике активности, то мы бы от этой штуки зажгли спичку. Ну а сейчас я, наверное, тепло, класс. И пахнет кожей. О, еще здесь. Супер. Господа, это прикольно. Главное, одевайте очки солнечные и закрывайте глаза. Иначе не хватаете зайчиков на всю свою жизнь. Да, вот на такой примерно, на таком расстоянии идеально чувствуется тепло, отраженное от солнца. Ну что, друзья? Ждем новые видосы, ждем активного солнца такого. Скоро уже весна, не за горами. Ждем таких ярких солнечных лучей, чтобы протестировать, проверить, реально ли с помощью спутниковой тарелки тире солнечного концентратора сделать всякие невероятные вещи. Подписывайтесь, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите комменты обязательно. Что вы думаете по этому поводу. Ну а с вами был я, Федор. Всем удачи. Пока-пока.